Ну а вот и повод позвонить нам прямо сейчас. Ой, прекрасный повод, абсолютно. Мы получили новую коллекцию, и вы сегодня встречаете премьеру на телеканале Shop & Shop. Роскошную коллекцию постельного белья с уникальной конструкцией пододеяльника зима-лето в самом модном флористическом дизайне. Мы будем знакомиться с цветами, у вас есть возможность выбрать колористическое решение по своему вкусу. Кому-то нравится восточная тематика, анималистичный принт и янтарные розы, тогда для вас желтая вариация. Кто-то хочет успокоиться, кто-то, может быть, на нервной работе, и день проходит очень тяжело, тогда нужен зеленый цвет. Выбирайте зеленую композицию. И тут цветы Юля посмотрела здесь, да, меня. Цветы здесь особенно живые, мне очень нравятся даже капельки росы. Посмотрите, как настоящая картинка живая, с эффектом даже вот кружева, и как будто гипюр положили на кровать. Очень красиво. Ну, а для неженок, для девочек-принцесс у нас с вами розовая тематика при заказе. Этот цвет называется красный. Мы с вами получаем необычную, удивительную комплектацию. Коллекция, которую мы ждали в самом начале года, наконец она прибыла. И необычная комплектация. Яркий сезон. Цвет желтый, зеленый или красный при заказе. Ну а вот что собой представляет этот комплект, узнаем у эксперта прямо сейчас. Давайте обратим внимание на пододеяльник. Именно в нем секрет нашего постельного белья «Яркий сезон». Пододеяльник стеганый на специальном мягком основании на синтепоне. И это делает его полноценным покрывалом, легким летним одеялом. Ну, а кто-то любит потеплее, и для них это будет утепленный пододеяльник для зимнего одеяла. То есть три в одном. Мы с вами получаем, по сути, тройной комфорт. Не бегаем по магазинам, не покупаем отдельно одеяло, не покупаем отдельно покрывало. Мы все получаем вот так вот в лице одного комплекта. Выбрать нужно только размер и только цвет. Фантастика! То есть комплект постельного белья, он же и с покрывалом, и с одеялом одновременно, все в одном. «Яркий сезон» – наша громкая, долгожданная премьера. Встречайте прямо сейчас, а вот и на цвете зеленый мы как раз видим стежку. Кстати, Юль, ты сказала размеры, стоит упомянуть, что на любую кровать. Абсолютно, для любой спальни, есть и полутораспальный, и двухспальный, и евро. Ткань нового поколения, она гипоаллергенная, я делаю на это упор и уточнение, потому что есть полутораспальный размер, может быть, кто-то будет выбирать в детскую. Детям можно, отлично. Да, да. Давайте будем смотреть самое главное преимущество, где же кроется секрет нашего покрывала, на самом деле он скрыт под молнией. У нас необычная конструкция пододеяльника. Так, помогаем, уже Мариша, пододеяльник на молнии, это уже большой плюс. Это уже большой плюс, я с тобой согласна абсолютно, это большое удобство, заправлять одеяло удобнее, и, конечно же, это премиум деталь. Что касается вот самого главного секрета, мы разрабатывали эту коллекцию, мы ее ждали от производителя еще к 1 января, ну, слава богу, дождались наконец-то, а ограниченную партию мы получили. Вот такой вот стеганый пододеяльник с мягкой основой, именно поэтому он может служить самостоятельным одеялом. Ну, может быть, вы не любите укрываться тяжелыми, как я, мне, например, жарко все время. Для меня это прекрасное решение. То что есть у нас... оно греет сильнее, а при этом не утяжеляет. Да, не это легкое, при этом теплое, комфортное одеяло к любому сезону. Если мы мерзлячки с вами, там кто-то, бабушка, у меня, например, вообще под тремя одеялами спит, для нее это будет утепленный пододеяльник, она заправит сюда одеяло. А если вы любите ложиться каждый день в чистую, свежую постель, то нужно покрывало, конечно же. И вот наш пододеяльник за счет стежки и эксклюзивного узора, яркого и акцентного, служит полноценным покрывалом. То есть для тех, кто мерзнет, зимой можно утеплиться и в один пододеяльник вставить одеяло, и он будет в два раза теплее по сравнению с обычным одеялом. Дальше, я так понимаю, летнее одеяло мы получаем, если вынуть из пододеяльника одеяло. Абсолютно верно. Легкое летнее одеяло, и оно же покрывало. И прямо сейчас для вас эксперимент, только в эту минуту, обратите внимание. Дело в том, что у нашего постельного белья не закончились секреты, не закончились его свойства, они только начинаются. Постельное белье еще и не мнется, кроме того, что оно такое удобное, со стеганым пододеяльником из мягкой нежной микрофибры, оно еще и не мнется. Вот представьте, это да. Поспали утром, всегда в безупречном виде постель. Вспомните, что происходит с вашим комплектом. Он весь вот в таком вот виде. Конечно, потом приходится переглаживать и тратить время. В данном случае, вот как бы я его ни мяла, я делаю это на ваших глазах, причем очень активно. Смотрите, у нас с вами нет заломов. Микрофибра – это ткань, которая дарит свободное время, избавляя от глажки. Так, мы с вами закажем сейчас несколько комплектов на бесплатную доставку и забудем в этом году, где у нас стоит утюг. Правда, хорошая идея? Комплект,
который совершенно не нужно гладить, а свободное время лучше провести во сне или провести со своими близкими. Самое главное сейчас выбрать цвет. Желтый, красный, с розовой оттенки, этот цвет у нас называется красный, и зеленый. Ну и размер, Юля, с каких размеров мы выбираем? У нас полный комплект, стеганый пододеяльник, цельнокроенная простыня и две наволочки 70 на 70. И такая комплектация во всех трех размерах. Полутораспальный, двухспальный и евро. Абсолютно на любую постель. Все, с размером определились, срочно звоним. Такие комплекты закончатся быстро, успейте забрать свой прямо сейчас. А вот она, жизнерадостная тематика. Вот они, прекрасные янтарные розы, модный анималистичный принт, вкрапление таких восточных мотивов в виде индийского огурца. И все это желтая вариация нашего яркого сезона. Прекрасно то, что здесь много желтого цвета, он благотворное влияние оказывает на зрение. Ну что ж, это тоже необычный пододеяльник, он также стеганый, у него тоже конструкция со смягченной основой, и он у нас с вами может служить одеялом, может служить покрывалом и, собственно говоря, пододеяльником. Мы посмотрим, что же там внутри, ну, чтобы убедиться, что и желтая вариация тоже у нас с подстежечкой, вот с такой теплой основой. Да, то есть получается, вся коллекция, яркий сезон в трех цветах, выполнена в единой стилистике, как технологической, так и эстетической. Юль, ну и, конечно, бабушка, например, моя заставила бы меня проверить швы. Так что да, мы заглянем в самые потаенные уголочки, все проверим. Спасибо нашим производителям за качество. У нас с вами краешек обработан, значит, ниточка не посыпется, значит, будем стирать и будет в первозданном виде оставаться белье. Это говорит о том, что продлевается его износостойкость. Ну, а что касается износа стойкости ткани, здесь вообще все в порядке. Так. Когда речь идет о микрофибре, мы говорим о том, что ткань не деформируется. Угу. Очень хорошо, и для меня, например, это важно, что она не пеленгуется со временем. То есть катышек вот этих неприятных, да, нет. То есть нет эффекта хлебной крошки в постели, то есть всегда мягкая и уютная постель для вас. Но это современные ткани, это технологичные прогрессивные ткани, поэтому мы имеем дело с тканью-отличником. Так, мы с вами вообще имеем дело с комплектом-отличником. Итак, яркий сезон. Это громкая премьера, которую мы ждали. Наконец, она приехала к нам. Приехала в трех цветах. Желтом, зеленым и красным. И при этом мы с вами получаем не просто комплект постельного белья. Здесь же еще внутри встроенное покрывало, стеганое. Этот пододеяльник может служить легким летним одеялом, потому что он уже утеплен. Но если вы как Юля, Юлина бабушка и, собственно, как я, любите потеплее, погорячее, чтобы вам было, тогда вставляйте в пододеяльник одеяло, и у вас будет очень теплое одеяло. Успейте забрать прямо сейчас. А если вы не любите гладить, как Марина Лубенко, тогда вам точно к нам, потому что ткань абсолютно не мнется. Провожу эксперимент. Давайте прям скрутим вот так вот, аж в жгутик. Вот, смотрите. И абсолютно не увидим никакого слома на ткани. Посмотрите, она безупречна. А это значит ваша экономия времени. В выходные пару-тройку часов, которые раньше вы гладили на эту изнурительную процедуру, да, и тратили время, вы теперь потратите просто на близких, на себя. Да погуляйте лишний раз. Погода сейчас хорошая, свежая, снежочек. Поэтому зачем стоять с утюгом? Ой, как хорошо, мы видим сейчас стежечку. Давайте про нее тоже скажем. Обязательно. Стежка здесь особенная. Видишь, она без ниток. Да, я говорю, где как раз нитки? Куда делись? Да, ниток Марина не увидела. Все правильно, со зрением у тебя все в порядке. Действительно, нитки нет. И это надежное соединение основы и ткани. Это ультрастеп-стежка, термостежка нового поколения. Современная ткань, стежка, надежное крепление и невероятно бархатистое, приятное на ощупь. Это качество вашего сна, это ваше здоровье.